Ребята, всем привет! Я новый полицейский этого города. У вас на весь город одна дежурная полицейская машина. Вторая сломана и стоит в автосервисе. Сегодня в город приедет новая полицейская машина Playmobil. А вот и полицейская машина Playmobil. У машины есть мигалка. Открывается багажник. А еще у машины снимается крыша, и она превращается в кабриолет. Мы будем служить верой и правдой этому городу. А теперь протестируем полицейскую машину. Где тут у вас нарушители? Красный кабриолет, прижмитесь к обочине. Вы нарушаете правила дорожного движения. Заглушите двигатель. Вы арестованы. Thank you.
Всем привет, ребята! Сегодня я планирую погоняться с полицией. Нужно пробраться к машине и сделать пакость. Я тихонько пробрался к полицейской машине и сейчас откручу несколько болтов на колесе, чтобы во время полицейской погони колесо отпало. Ха-ха-ха. Все готово. Теперь аккуратно отходим. Осталось только спровоцировать полицию. Какой-то сегодня скучный день. Мимо меня проезжает мало автомобилей, но расслабляться не нужно. А вот и потенциальный нарушитель. Красный багги, остановитесь и прижмитесь к обочине. Куда же ты? А ну быстро остановись! База, база, это первый. У меня нарушитель, он не выполнил мои требования. Это красный багги, срочно задержите его. Первый, это база, информацию принял. Отправляю дежурную полицейскую машину. Вот он впереди едет. Догоняй его. Сейчас должно отвалиться колесо, а то меня быстро догонят. Вот засада, у нас отпало колесо. Мы упустили нарушителя. Все, майор, сегодня мы уже никуда не поедем. Вызывай эвакуатор и возвращаемся на базу. Заводи, можно ехать. Сегодня тебе повезло, но в следующий раз я тебя обязательно поймаю. Какой сегодня чудесный день. Пожалуй, прокачу по городу на своей машине.
Помогите! Помогите! Кажется, у меня сломана нога. Нужно срочно вызвать скорую помощь. Алло, вы позвонили в Главное управление МЧС. Я вас слушаю. Что у вас случилось? Вы попали в аварию? Постарайтесь не двигаться. Я отправляю дежурную скорую помощь. Ребята, у нас очень срочный вызов. Произошла авария и есть пострадавшие. Парень, постарайся не двигаться, мы уже тут. Сейчас поедем в больницу. Мария, вези койку. А теперь аккуратно нужно лечь на койку. Ты в надежных руках. Сейчас долетим с ветерком. Ну а по поводу своей машины, не беспокойся. Я вызвал эвакуатор, и он отвезет машину в автосервис. Ну вот и приехали. Не волнуйся, все будет в порядке. А мы поехали на новый вызов.
Thank you.